3-1. Цель поражена. Викинг уходит на базу. Доброй охоты. Спасибо большое, Викинг. Дальше мы сами. Кажется, кто-то играл с огнем. А нечего было химикаты распространять. Добейте их уже. Уши огонь! Я пытаюсь! К двери, за мной. Мне платят, чтобы я воевал, а не пожары тушил! Пошли! О, чёрт! Элементы неожиданности у нас нет, парни. Так что глядите в оба. Будьте начеку, мы заходим вслепую. Раненый! На втором этаже пулеметное гнездо! Он укрепился! Нужен подавляющий огонь! Установи оружие в дверном проеме! Подавление! Заходи сбоку и снимай его! Прорываемся! Надо захватить газ, пока они его не увезли! Прикрой! Есть! Цель движется! Точно, точно! Так, северо-запад! Где они? Огонь по пулеметчику! И двигайтесь, когда вы не под ударом! Пулеметное гнездо! Отведите огня! Цель уничтожена! Угонь тут пятый один! Юга! У тех ящиков один! Вперед! Пулеметчик убит! Пошли! Молодец, Сэро! Цель движется! Они уходят в складу! Враг на западе! Вижу цель!
движение. Я где они? Попался. Чисто! Там должен быть газ, если мы не опоздали. Чисто! 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 Внутри могут быть химикаты. Надеть маски. Начали. Они свет отключили. Включаем фонари. Со мной. Темно, хоть глаз выколи. Слышите? Говорю вам, тот, кто вырубил свет, еще здесь. Вы это видели? Найти его. Контакт! Он убит! На мостике! Сражение за полками! Какого хрена вам? Он ушел! Чисто! Все чисто! Давайте включим свет и найдем этот газ. Понял, 3-1. Еще! Ищу, где включить свет! Включим свет, найдем газ и уходим. Облом! Дверь открывается электричеством. А вот и свет. Есть электричество. Эй! У нас проблема. Это русские солдаты. Спецназ. Хранитель, я 3-1. Наемники Баркова, российский спецназ. Мы убили русских солдат. Надо срочно уходить. Ответ отрицательный. Командование требует выполнить задачу. У нас нет выбора. Как всегда, конец связи. Убедись, что это то, что нужно, и мы подготовим машины к выезду. Принято. Джекпот. Вижу газ. 3-1, принято. Загружайтесь и возвращайтесь на базу. Понял. Выдвигаемся.
Всем внимание, мы едем к точке эвакуации. Следить за секторами. Отлично, Алекс. Встречаемся у точки отхода. Сиди, танцер. Налюруси. Маринс, амитар. Нази митарак. Фаран. Фаран тут. Фаран. Хранитель, я их отрядил. Алекс, что случилось? Террористы. Убито много морпехов. Газ украден, нужна эвакуация. Вас поняла. В вашем направлении сейчас движется немало российских солдат. Держитесь, мы уже идем к вам для быстрой эвакуации. Конец связи. Теперь эта операция под особым наблюдением. И что это значит? Что у тебя больше нет полномочий, полковник. Это мои морпехи. Нужна ударная группа. Это нецелесообразно. А это не тебе решать. Полковник Ласвелл. Генерал, мои люди... Норрис, оставьте нас. Да, мэм. У нас проблема. Начальство Баркова отказало в мирном урегулировании. Шестой флот лезет в Черное море, а химическое оружие черт знает где. Ты везде наследила, Ласвелл. Разберись. Ясно? Генерал... Сейчас наше лучшее оружие — разведка. Пробовали мы разведку. Нужно что-нибудь получше. Джон? Ласвелл. Где ты? Я занят. У меня проблема. Русские? Уже знаешь. В руки к террористам попало химическое оружие. Они могут быть где угодно. Париж, Нью-Йорк. Лондон. Когда начнем? Мы уже. Сержант Герик, прием. Герик слушает. Высокий уровень угрозы. Вероятно, несколько террористов. Смертники или что похуже. А снайперы на позиции есть? Нет, сержант. Мы не можем зря тревожить публику. Террористы тоже это знают? Не превращайте Лондон в зону военных действий. Ясно? Да, более чем. Отбой. Мы сами по себе. Справимся. Ну что, за работу? Принято. Сержант. Внимание, белый фургон. Все по описанию. Это они. Ворон, я Сабля. Машина движется на север. Выходим. Понял. Без необходимости в бой не вступать. Белый фургон, слева! На штурм, пошли! Они здесь, братья! Сюда! Они здесь! Живее! Полиция! Стоять! Руки вверх! Быстро! Лечь на землю! Сейчас! Они уходят! Пушка! Пушка! Нет! Чисто! Все! Руку убили! Суки, убили его! Стало два! Что за хрень тут происходит? На Пикадилли Серкус взрыв, стрельба, ранены полицейские. Срочно врачи сюда. Еще не все. Пошли. Срочная помощь на Пикадилли Серкус! Куда?
помощи! Ворон, я сам Б-2. Заложник из соседей. Открывай луги. Магазины. Я Сабли-2. Где войска, черт возьми? Башин, армейская штурмовая команда отправлена. Время прибытия пока неизвестно. Всем бойцам, привет! Осторожно, наш гражданин! Другого пути нет! Только так! Ворон, я Сабли-2. У здания танка ранены полицейские. Ранены полицейские! Черт возьми! Известно что-нибудь про заложников? Мне надо пробраться в здание. Ждите! Всем постам! Подозреваемые заблокированы в здании танка. Возможно, там заложники. Держать периметр! Свои, свои! Я понял. Оружие есть? Да, сэр. Капитан Прайс. Сержант Керрик. За мной. Надо проверить углы. Кто-нибудь! Заложники, кто-нибудь, наверху. Пожалуйста! Нам нужна помощь! Прошу, помогите! Снимите ее с меня! Пожалуйста, снимите! Сержант, иди сюда! Помогите! Я не террорист! Всем постам! Тут человек с бомбой! Держитесь подальше! Я не хочу умирать! Я хочу помочь! Не получается! Поможешь? Я хочу своих девочек увидеть! Хочу увидеть девочек! Сейчас рванет! Не могу снять! Не могу! Помогите! Помогите! Всем постам. Бомбы больше нет. Выходим, готовьте врачей. Сохранять спокойствие. Мы вас выведем. Ты цел? В норме. Идем. Ты сегодня спас людей, сержант. Лучше бы вообще без этого обошлось, сэр. Нас послали с пустыми руками, чтобы все мы могли делать вид, что войны нет. Да, нет войны, блин, как же. Тогда почему нам связывают руки? Черт возьми, пора начать драться в полную силу. Сэр. Давай. С такими ограничениями у нас нет шансов, капитан. Пускай они говорят, как нам делать нашу работу. Эту ячейку вели неделями. Так у тебя есть ценные разведданные? Да дофига, сэр. Ладно, Берег. Ты со мной.
Ответственность взяла Алькатала. Но приказ отдал Волк из Рузыкстана. Там Алекс ищет украденные химикаты. Ему нужна будет помощь фронта освобождения, так что пусть свяжется с командиром. Знаешь командира, Карим? Мы знакомы. Сошлитесь на меня, а то его убьют. И что передал капитан Прайс? Командир Карим, меня зовут Алекс. Я слушаю, Алекс. Это засекречено. Идите, братья, готовьтесь. Двое суток назад террористы украли груз русского газа. Так поступает только Алькатала. Люди Баркова не различают Алькаталу и ваших бойцов. А для меня нет разницы между Алькаталой и людьми Баркова. Они все террористы. Мы бы никогда не стали использовать яд. Надо найти его, пока... Пока что? Не увезли в Европу? Или Америку? Мы с этим каждый день живем. Командир, уже пора. Кто это? Алекс, это мой брат и заместитель Хадир. Вы из ЦРУ? Он работает с капитаном Прайсом. Так вы убиваете людей Баркова? Есть друзья, они могут помочь. А решать уже вашей сестре. Конечно. Моя сестра командир. А люди Баркова все еще здесь. С оккупацией надо кончать. Хоть с этим мы с вами согласны? Люди генерала Баркова контролируют город. У нас есть план, как это изменить. Ракет у нас нет, но методы есть. Если ты с нами, мы поможем. Но ты должен сражаться. Что ж, за дело. Добро пожаловать в Урзыкстан. За мной. Эти тоннели – наша жизнь. По нашим данным, русские командиры сегодня в городе. Устроим им засаду. Как? Взрывчатка. Это их отвлечет. И оттянет охрану с русской базы, что даст нам возможность атаковать. Мы должны отдать все силы. Если увлечься, можно потерять и себя. Готовься к атаке на базу. Удачи. Алекс, бери заряды. Взрывчатка с удаленным подрывом. Спасибо. Присмотри за сестрой. Удачи. И тебе. Здравствуй. Сюда. Скорей. Американец? Он надежный. Вот, Алекс. Надень. Как я выгляжу? Сойдет. Тарик, какие новости? Русские рядом. Если они увидят ваше оружие, начнут стрелять. Тогда наш план провалится, еще не начавшись. Алекс, оружие нас выдаст. Не показывай его русским. За мной. За тебя езды сегодня не будет! Я генерал Роман Барков. Главнокомандующий на этой территории. Войска Баркова заняли весь город. Сегодня все будет очень строго. Прибывают офицеры. Сам Барков будет? Вряд ли. Он прячется, пока другие делают за него грязную работу. Что за грязная работа? Наказание. Мужчины работать! Женщины к машинам! Здесь мы разделимся. Делай, что скажут, чтобы не выделяться. Чесочку! Работай! А другие делают за него грязную работу. Что за грязная работа? Наказание. Мужчины работать! Женщины к машинам! Здесь мы разделимся. Делай, что скажут, чтобы не выделяться. Несмотря на мою щедрость и отеку, в Урзыкстане еще остались те, кто отвергает путь, ведущий нас всех к безопасности, миру и процветанию.
Я прошел. Иди налево, по переулку. Видишь того солдата? А ну стоп! Нет! Нет! Пожалуйста! А ну сюда! Убери быстро! Его! Карим? Береги себя, сестра. А ты находчивый. Хорошо. Пошли. Я поставила дальше своих людей. У них будет для нас взрывчатка. Мощный взрыв оттянет войска от русской базы. Черт. Солдаты Баркова нашли моих людей. Они, наверное, уже мертвы. Шуметь нельзя. Нужен глушитель. Найди масляный фильтр. Используй его как глушитель. Барков нас предупреждал. Поищи в гражданских машинах. Я пригляжу за охраной. Вредители и смутьяны! Здесь пусто. Ищем дальше. Так называемой свободы. Да, подойдет. Хорошо. Возвращайся и заходи справа. Обойди машину. Справа. Просил взять кого-то живым. Сбега. Рабочая сила. Баб, прислугу, мужиков, акатов. Бери двоих. Остальных сниму я. В хозяйстве все сгодится. Какого черта? Чисто. Не шуми. Стой. К двери не подходи. Осторожно. Могут быть растяжки. Взял на прицел? Ага. Займись двумя. Я беру на себя третьего. Проверь теперь в задней комнате. Чисто. Сюда. Жаль твоих связных. Взрывчатка у нас. Их жертва будет не напрасной. Спрячь оружие. Мы выходим наружу. За мной. Я проведу. Если идете против генерала Баркова, из вас сделают пример для остальных. Стой. Пожалуйста. Ей просто страшно. Разойдись. Я сам вижу, что с ним. Ты понимаешь, почему мы это делаем? Они повешены, потому что не подчинились нам. Теперь смотрите на них. Идем дальше. Видите? Если Черт. Вы нас слушаете, это же военное преступление. Наказание за украденный газ. Мы уже договаривались. Барков хочет преподать урок. Что мы можем сделать? Выполним свое задание и положим конец жестокости Баркова. Барков посылает вертолеты. Мы их сбиваем. Сюда прибегают солдаты с базы. Что даст нам возможность атаковать? Да, ставь взрывчатку на вертолеты. Я тебя прикрою. Если будут охранники, снимай их, но бесшумно. Встретимся тут, когда ты закончишь. Работай!
так называемые «Борцы за свободу» и их сторонники угрожают покою и безопасности законопослушных граждан. Сегодня они будут наказаны. Те, кто возомнил, будто моих солдат можно победить террором и тайными планами, жестоко. У входа охрана. Если нападешь, постарайся незаметно. Мужчины там! Уходи! Никогда не отдам эти земли на растерзание ворам и террористам. Мы искореним всех чужаков и сохраним страну. Минус два. Неплохо. Наши враги никогда не увидят победу. Алекс, ты уже на крыше рядом с вертолетом? Я ищу путь наверх. Россия пришла, чтобы защитить ваши жизни, свободу и независимость. Резервы моих бойцов. Я у цели. Ты знаешь, что делать. Преступники и террористы разрушают эту страну. Но сегодня Курзакстан истекает кровью. Страна потеряла слишком много славных сынов. Алекс, ставь взрывчатку. Преступники и террористы. Заряд заложен. Вот теперь они отвлекутся. Но сегодня так и надо. Теперь к следующему вертолету. Мы им покажем, что будет с теми, кто не подчинится мне. Враги могут быть даже среди ваших родных. Предатели и заговорщики в наших рядах причиняют неизмеримый вред нашему народу. Стой! Там охранник. Наверху лестницы, слева. Наблюдаю за толпой. После опасности открывай огонь. Ползи! Я прикрываю. У тебя кошачья реакция. Вообще-то я собачница. Благословение и при поддержке. Заряды заложены. И Великобритания. Иди ко мне. Каждый, кто помогает изменникам, будет приговорен к смерти. За время моего командования жизнь в Узбекистане стала намного лучше. Страна готова. Возвращайся сюда, Али. Со своими самыми верными и послушными сыновьями. Алекс, сюда. Вместе мы сможем развивать промышленность и добычу сырья. Россия, ваш союзник. У нас есть база для партнерства. Чисто. Пора. Вместе мы можем стать единым фронтом против Запада и искоренить чужеродные элементы. Товарищи и все верные граждане Курзакстана. Я генерал Роман Барко, главнокомандующий на этой территории. Подрывай. Внимание! Охренеть, Алекс, здорово! Теперь сюда! Жди! Налево! Не стреляй! Смотри, сработало! Сюда бегут солдаты с базы! Так, машина не защищена. Теперь мы их подорвем. Давай, под машину! Там еще враги. Не отставай! Прощальный подарок по случаю их возвращения. Какая щедрость! Жаль пропускать шоу, но нам пора начинать атаку, пока не поздно.
следующая улица выведет нас обратно в тоннели под дом Тарика. Вот черт! Что еще такое? Ложись. Спрячь оружие. Их слишком много. Они могут быть где угодно. Не шевелись. Не двигай головой. Тоннель, быстро! Там могут быть еще враги. Смотри, подкрепление с авиабазы. Наш план сработал. Стой! Черт! У Тарика открыта дверь. Где Тарик? Мертв. Он никогда бы не покинул свой пост. Пошли. Чисто. Давай спускаться. Пойдем к Хадиру. Вы потеряли хороших людей. Такова цена войны. Мы должны захватить авиабазу, чтобы их смерть не была напрасной. Нас ждет трудный бой. Их тоже. У Хадира есть план. Ты теперь у меня, Алекс. Я устроил лавочку у базы Баркова. Следить за этими гадами. Друзей держи близко. Врагов еще ближе. Я говорил, у нас свои способы. Гранат нет, мы импровизируем. Неплохо. А ты думал, мы камнями и палками воюем? Лейтенант, это для адской пушки. Быстрее, брат, так точно! Барков понимает только насилие. Я покажу ему насилие. У Баркова есть авиация. И мы обзавелись. Радиоуправляемый, с взрывчаткой! Фалула, мистер Айди. Отлично, запускай вторую, как прорвемся. Мы готовы? Да, командир, полетели. Алекс, тарань вертолет самолетом. Готов. Лети ниже. Авиабаза прямо по курсу. Вижу площадку. Обрезайся вертолет. Готов. Целься вертолет. Отлично полетать. Спускаемся к ним. Периметр авиабазы прямо. Вторая команда прикроет нас из пушки. Хранитель, я Эхо-3-1. Местные войска идут на авиабазу Баркова. Прошу поддержку с воздуха. Поняла вас, 3-1. Отправляю к вам непомеченный борт. Ждите. Понял. Оставайтесь на местах. Готовьтесь. Мы атакуем их оружейные, забираем оружие и захватываем аэродром. Закари! Братья и сестры, мы сражаемся за Урзыкстан, за нашу страну. За Урзыкстан! За Урзыкстан! Пушка! Огонь! Выбей!
Солдат! У этого здания! Сделай самолет! Самолеты подняты! Нужно закрывать! Алекс, перевозчики готовы! Подбивай вертолет! Самолеты готовы к вылету.